Из саратовского питомника, где собак якобы морили голодом, исчезли все животные. Четвероногих увезла их хозяйка. Женщина разводила породистых питомцев во дворе частного дома. Накануне туда отправились зоозащитники и полицейские. Их вызвали местные жители после того, как увидели мертвых собак в частном доме. К тому же, по словам соседей, хаски и лабрадоров хозяйка морила голодом. Приезжала туда раз в неделю, чтобы покормить. Тех, кто не выживал, она сжигала, заявили местные жители. Тела четвероногих полицейские так и не нашли. По словам зоозащитников, женщина их спрятала до появления правоохранителей. По факту жестокого обращения с животными на нее написали заявление в полицию. Она занимается разведением, выдает за породу, продает за большие деньги. Собаки некормленные, без воды. В доме 3 трупа щенка. Один из них съеден более крупными щенками. Но в итоге все равно все 3 щенка умерли, погибли.